Важны ли наши ежедневные привычки? Мы не осознаем это, но у каждого из нас есть ежедневные привычки, от которых зависит состояние нашего здоровья и то, как мы себя чувствуем. Мы привыкли стимулировать себя чашками кофе, чтобы чувствовать себя энергичными, и бокалом алкоголя, чтобы расслабиться. Что такое травяные смеси? Wellness был вдохновлен старинными традициями и создал травяные смеси. Эти два продукта более полезны натурально, чем другие, и обладают приятным вкусом. Они помогут вам быть энергичным днем и расслабиться вечером. В травяных смесях мы соединили натуральные и очень сильные ингредиенты для достижения фантастического энергетического эффекта. Мускатный орех, родина которого Малукские острова, издавна используется для улучшения концентрации. Гуарана – растение родом с Амазонки, эффективно борется с усталостью. Корень женьшеня – старинное тонизирующее средство, известно своим восстанавливающим эффектом. Мы соединили мощные натуральные ингредиенты, чтобы достичь лучшего прилива сил. Ромашка содержит масла для увеличения исключительных качеств смеси. Ройбос из Южной Африки – кладезь минералов и антиоксидантов. Корень имбиря, так же как и семена кардамона, традиционно используется для улучшения самочувствия. Wellness гордится изобретением этих двух продуктов. Я считаю, что каждый будет счастлив избавиться от своих вредных привычек и заменит их этим натуральным и эффективным продуктом.